друзья! Сегодня с вами снова установочный центр Киберкар. Современный ритм жизни достаточно быстро обновляются все гаджеты, окружающие нас. Не может не радовать, что и автомобили наших любимых марок тоже обновляются достаточно быстро. Сегодня мы для вас покажем автомобиль Audi A4 в последнем его кузове. Очень красивый автомобиль, динамичный, в хорошем, необычном цвете. Но, как говорится, хорошего не бывает мало. Поэтому мы этот автомобиль расширили в плане мультимедиа. Естественно, мы поставили наш любимый, уже многим и известный флагман, систему AirTouch Performance 5.02. Отдельно, наверное, скажу, что на обновленном автомобиле мы поставили обновленный лаунчер, оболочку, так называемую, пользовательскую для человека. Он стал более ярким, более интересным, на мой взгляд. В принципе, каким он был, я думаю, вы знаете, а каким он стал, мы сейчас вам и покажем. Так, внутри Audi все серьезно. Данный автомобиль полноприводный. Он в исполнении S-Line. Для знатоков, я думаю, это понятно и это известно. Об этом нам может сказать вот такая вот шильда. Черный потолок. Спортивные сиденья. Ну, не совсем жесткие ковши, но тем не менее уже спортивные и приятные. Отдельно, наверное, S-Line практически во всех поколениях отличалась отделкой дверных карт алькантарой. Ну, это опять-таки для знатоков. В целом автомобиль, по-моему, очень приятен, очень гармоничен и лаконичен даже, я бы сказал. Везде на своем месте швы, очень приятная ручка переключения передач, такая вот с перфорированной кожей. Очень стильные цвета, на мой взгляд, холодный такой белый, серый, кому как, да. Серебро с черным всегда смотрелось выигрышно. Но перейдем к тому, что же мы все-таки сделали с этим автомобилем. Очень, кстати, интересное расположение кнопки старт-стоп. Относительно, наверное, непривычное. Она находится вот здесь вот. Если сиденье, как вот у меня, достаточно далеко расположено, ну, придется даже, на самом деле, немножко постараться, чтобы запустить этого зверя. Последним решением было сделано сохранять, даже после выключения зажигания, последнее положение мультимедийной системы. Да? Последним положением мультимедийной системы был наш Android, поэтому изначально он же и запускается. Ну, вот оно, базовое меню автомобиля. Штатные органы управления. Ну, как обычно, наверное, наша задача несколько другая. Говоря про обновление автомобилей, мы подразумеваем обновление в том числе и мультимедийных систем самих по себе, обновление их мониторов и дисплеев. Так вот, наша компания, будучи современной и динамично развивающейся, когда-то опережая, когда-то в ногу со временем, мы создали как раз-таки для вот этого нового монитора новую тач-панель. Заметить ее, ну, будет сложно, тем более, наверное, на видеосъемке. Может быть, какой-нибудь сильно опытный человек сможет почувствовать пальцем. Но так на цветопередачу она не влияет, а свой функционал выполняет. Итак, активация нашей системы происходит нажатием на руле кнопки NAV. И еще раз для вас выход обратно. Выход обратно кратковременный, вход в систему продолжительное нажатие. И вот обещанный вам новый лаунчер. Здесь появилось уже время в верхнем левом углу, день недели и дата. Немножко рокернулись, как сказать, поменялись местами основные клавиши в плане того, что расположение интернета стало посередине,
навигация с центра как раз-таки сместилась в левую сторону, музыка слева переместилась направо. Но это не сильно принципиально. Эти клавиши также можно переименовывать, переназначать в удобном для себя расположении. Что касается значка Wi-Fi, да, он стал крупнее, он появился дублирующий, если раньше он был только наверху, где были часы, сейчас он появился еще зелененьким. Wi-Fi у нас стабильный, хороший, может не радовать. Что же, наверное, изменилось? В принципе, тут вы увидите все то же самое. Все приложения установлены на данной системе. Слева бар кнопок, который тоже можно переместить, к слову, направо, но по усмотрению. Так как водитель сидит слева, наверное, все-таки удобнее, когда он находится слева. Навигация по умолчанию. Google карты. Все-таки мы говорим про Android-устройство, про давнюю дружбу, скажем так, и взаимоотношения между Android и Google. Ни разу еще не запускали систему, поэтому она предлагает нам с чем-то согласиться, что-то нам рассказывает и показывает о своих новинках. Но цель, наверное, не это. Наша задача — показать вам работу сенсора. На мой взгляд, более чем отзывчивое. Попадание четкие, скажем так. Да, интернет будет тот же самый Google, но который, к слову, можно будет поменять. Если вам нравятся браузеры другие, не проблема, через Play Market можно всегда это скачать. Ну, вот они, холодные наши пуски, скажем так. Свою почту, свои, не знаю, дневники, календари и прочее, прочее, это все тоже можно будет вывести на эту систему. Даже ВКонтакте уже предлагает. Говоря о голосовом наборе. Слушай Яндекс. Московский вокзал, поехали. Чтобы доехать до московского представительства маршрут компании построен. Киберкар. Поехали. Можно воспользоваться московским вокзалом. Поехали. В принципе, само по себе приложение, я думаю, всем знакомо и понятно. Тут ничего нового нету. Оно обновленное, последнее, с голосом Феди Бондарчука, который много чего может сказать, помимо того, что тут надо повернуть. Но, опять-таки, наша задача, наверное, несколько другое. Онлайн-телевидение, наше ТВ. Приложение бесплатное, поэтому с рекламой. Повторюсь, наверное, в очередной раз скажу. Наткнулся на чем-то или оступился. Любые удобные, любимые, предпочтительные приложения, которые существуют в Play Market, вы сможете установить в автомобиль. Нравится больше вам Crystal TV? Скачайте Crystal TV, поставьте, не вопрос. Нравится больше SPB TV? Точно так же устанавливаем, регистрируемся, смотрим их библиотеку, смотрим их онлайн-каналы и так далее, и так далее. Из примечательного, наверное, в последних версиях нашей системы появилась такая вот клавиша Remove All. Если раньше приложение нужно было закрывать поштучно, то теперь можно нажать эту клавишу, и закрываются и сворачиваются абсолютно все работающие приложения. Play Market, ну, тут тоже ничего нового, он всем известен и знаком. Не знаю, может быть, в настройки имеет смысл заглянуть. Но здесь все точно так же, как и было. Тут новостей, скажем так, нету. Но, тем не менее, достаточно приятно, визуально все реализовано, я считаю. Наша компания, на самом деле, наша команда рада порадовать вас новыми решениями для ваших конкретных автомобилей. Если вы не нашли на нашем драйве или на нашем сайте решение для вашего автомобиля, не стесняйтесь позвонить, сказать, что я хочу, мне это интересно, мне это полезно. Безусловно, имея количество, определенное количество заявок, мы разработаем и ту же самую тач-панель, и новые системы, новые видеоинтерфейсы. Поверьте, для нас это не так уж и сложно. Надо просто понимать и знать вашу заинтересованность и вашу отзывчивость.
Поэтому, как я сказал, не стесняйтесь, звоните, сообщайте, пишите, комментируйте, что а вот хотелось бы для моего автомобиля. Будем рады обнадежить вас, а потом и пригласить к нам на установку, если так случится, что вашего автомобиля, как я сказал, нету в наших решениях. Поэтому читайте, смотрите о нас, комментируйте, лайкайте, как говорят девчонки. Нам это будет приятно. До встречи!